Девушка, я по навигатору искал красивую девушку и... Отвали. Делай следующим образом. Эй, постой. Ого, ты такой мужественный. Послушай, сынок, будь водой, пропусти через себя дух харизмы. Бамбалейла. Здорово. Опять как чмошник одет, что ли? Будьте добры, одну двоечку в фирменном соусе. У нас есть кое-что получше. Я научил тебя всему, чему мог. Черт возьми, ты превосходный ученик. О, Сафа! Салана! Салана! Да, офигеть! Мы с ним борьбой вместе занимались, прикинь? Да, я его постоянно шлял, помнишь, да? Хороший! Вырос-то как! Ладно, я пойду, спешиться надо по работе. Поедешь? Да, да. Давай, если что, давай. Брат, а ты в студии загара что потерял вообще? Да, присел отдохнуть. А ты сейчас куда вообще? Вверх. Наверх? Надеюсь, не увидимся. Давай, брат. А девушка, не подскажешь себе, московский вокзал вообще рядом здесь? Ага. Слушай, может, вы меня проводите? Ага. Меня, кстати, Сережа зовут. Угу. А мы сразу ко мне поедем? Mm-hmm. Ну, поехали. Давай. Тебе понравилось? Ага. Я знаю. Ну, я не знал, как сказать, но ты выйдешь за меня замуж? Mm-hmm. Милая, тебе не кажется, что ты немного поправилась? Кто вообще такой? Я надеюсь, ты сейчас шутишь? Ага. Скажешь тоже иногда. Я тебя люблю. У нас все серьезно, ты это пойми, я и люблю ее, она любит меня. Тём, ну это, конечно, здорово, да, что у тебя девушка появилась. Только давай вот без всяких своих щущу, пущу, мущу, ладно? Как-никак надо же контролировать свои эмоции. Чувства. Чувства, понимаешь? Мы же пацаны. Надо урегулировать вот это все. Пацаны, львы. Мы львы. Львы. Мы львы. Алло, Даша. Короче, мне бежать надо. Батя, давайте. Я опоздал, но я обещаю, что сразу это не в третью. Я очень сильно тебя люблю. Ты самая любимая моя. Ну ладно. Я люблю тебя. Давай, снимаешь? Ну ладно. Я люблю тебя. Отработать или учишься? Да я так учусь. На менеджера в строительной университете. А так, на самом деле, мы с ребятами занимаемся кроссовками, перепродаем, так, деньги нормально крутим. А ты чем занимаешься? Я работаю пиар-менеджером для холдинговой компании по развитию международных клиентских отношений. Вот. Круто. Вдвоем. Тём, пропустишь нас, ладно? Спасибо. Ну
как, вкусно? Да, спасибо. Поехали домой. Да, да, сейчас такси вызову. Не надо, на машине. Пойдем. Как расстаются разные люди? Нам нужно с тобой расстаться. Я так больше не могу. Эй, вот... What's going on? Мы не понимаем с тобой друг друга. Come on, baby. Говори по-русски, пожалуйста. Нормально. What's going on? Что случилось? Серёж, нам нужно расстаться. Ты ведёшь себя порой как свинья. Что? Я могу измениться. Я люблю тебя. Братан, что, очередняра? Да, брат. Не моя копчечка полёта. Забей. Что случилось? Мне кажется, у него появилась девушка. Что? Как он мог? В смысле? Нам нужно расстаться. Плохая вроде. Только фары, по-моему, не оригинальные, там светодиодов нет вроде, нет? Ты думаешь? Конечно. Слушай, но дисочки тут сразу видно 16-е. Да вообще-то не 15-е. Проверка. Садись. Слушай, ну комплектация тут есть, правильно? Прикуривать лезть? Бля, я не знаю. Дай-ка ключи сюда, я проверил. Как оно вообще двигается. Что за хуйня, блядь? Блядь! Вот, твою мать! Hey, Sam! What's going on? Hey, Daddy, what does it from underground? Hey, Sam! I'm proud of you! Come on! Из художества... Гадрик! Мечкали, тикатите! Джургу водос! В современном мире образование — это основа всего. Возьмись уже за голову. А вообще знай. Мы с отцом очень любим тебя. Как ты себя чувствуешь, Сергей? Прекрасно. Тогда почему отец нашел это под твоей кроватью? Катина! Спирулина! Спирулина! Прокарини! Спирулина! Оу-оу-оу! Мангай! Чё я? Мага, чё ты такой слабый? Ты выиграл, потому что ты мой отец. Серьёзно? Yeah.